Всем привет! Сегодня мы готовим классическое блюдо французской кухни под названием галеты. Галеты – это блюдо из бретонской кухни. Регион Британия расположен у нас на западе страны. Вот прямо здесь нарисовано. Приготовление этого блюда нам понадобится, во-первых, сами галеты. Галеты – это такие блины из пшеничной либо гречишной муки, очень тоненькие. Вот такие вот блины. В приготовлении этих блинов используется обычно мука, соль и вода, и больше ничего. И также для классического приготовления нам понадобятся кусочки ветчины. Вот такие вот тоненькие, нарезанные уже. Также сыр, натертый сыр и масло сливочное. И также дополнительно второй вариант классических галет у нас будет с яйцом. Первое, что мы делаем, это разогреваем сковородку со сливочным маслом. Как только масло растопилось, мы кладем в сковородку тоненькую галету, добавляем небольшой кусочек масла сливочного. Добавляем кусочки ветчины. Добавляем натертый сыр, солим и перчим. Как только сыр начинает растопиться, мы сворачиваем нашу галету. Вкладываем нашу галету конвертом. Вливаем сырое яйцо. Сверху посыпаем сыром. Далее солим и перчим. Яйцо мы не доводим до полной готовки, оставляем слегка полуприготовленным и далее складываем блин вот с таким вот вариантом. И сейчас выкладываем. Наше блюдо готово, и обычно эти галеты всегда подаются со свежим салатом. Вот, так что попробуйте. И также этот классический вариант ветчина с сыром в галете подается также с овощами. Тоже очень-очень вкусно. Просто и быстро.